Добрый день, прекрасные люди. Вчера закончился премьерный показ нашего фильма «Склифосовский». Многих, конечно же, огорчило такой финал. Но я должен кое-что прояснить. Дело в том, что я сам лично просил сделать такую концовку этого сезона. Не для того, чтобы вывести персонаж из истории, а для того, чтобы обозначить именно ту проблему, с которой может столкнуться каждый из нас. Ведь многие, оказавшись с болезнью один на один, думают, что это приговор. Но я же считаю, что с болезнью нужно не мириться, с ней нужно сражаться. И нашим фильмом мы хотели именно это показать. Конечно же, это был лишь финал сезона. А в следующем сезоне вы увидите, как эта проблема будет сражаться герой. Я очень хочу, чтобы вы друг друга берегли, чтобы вы знали, отчаиваться никогда нельзя. Нужно всегда идти вперед. Я вам всем желаю радости и счастья. И до встречи.